Дякуємо, що нас зустріли. Не за що, спасибо, що приїхали. Дякуємо, що ми не заблукали. Трішки часу в нас є. Коли нас початок? Да. Коли нас початок? Так, десь через годину, десь через годину. 17. Значить, Свєта, у тебе є час. Так. Мене... А я пішов. Так, у тебе 42 ключ. Так, звісно, 42 номер, 4 етаж. Спасибо. Так, визажист уже готова вас принять? Возьмите. Я готова вас зараз. Сейчас, да? Так, да. Так, тогда вы подниметесь в номер, а мы, я вас приведу в салон. Так, так, а я піду в салон, да. Все, я вільний, да? Поки що, на деякий час. Добре. Опа-на. Номерок наш, ничего. У нас сегодня да что? Подвеситься можем. Ой, Боже. Жратва. Нет, тут не может быть. Угу. Справимся. Опа-на! Что вы здесь делаете? Мужчина, вы кто вообще? Нет. Выйди из моего номера немедленно. Что вы делаете? Не виновата я. Так вы зашли сюда. Что вы не вы? А я вот, я зашел. У вас что, все номера одинаковые ключи? Я откуда знаю? Я такой же посетитель, как и вы. Вы не в тот номер зашли. Уходите. Мисс, вы уходите что? Быстренько отсюда. Да уходите. Я хотел повеситься. Давайте, давайте, повеситься. Повеситесь у себя в номере. Ах, стойте, куда вы идете? Назад возвращайтесь быстро. Сейчас же придет... Мой парень, он вас убьет. Давайте это уберем, держите. У меня есть аргумент. Держите, держите. Какой аргумент? Ну, что сейчас, вы скажете? Сейчас жена придет. А, жена придет, отлично. Давайте вот все вместе здесь сейчас соберемся. Подождите. Значит так, давайте придумаем какую-то легенду, если он сейчас придет. Давайте я присяду. Давайте, присядьте. Конечно, вы не переживайте. Какую-то легенду давайте придумаем. Так, значит... Да какая легенда? Так. Я приехал на концерт. Концерт. Вы издеваетесь сейчас? Он в это поверит, что вы приехали на концерт? Півгодинки полежу, піду співати. Так, смотрите, давайте так. Значит, я была здесь. Вы пришли случайно. А ты его взялась? Какая правдивая легенда будет. Что за... Это мой номер. Это вы где взялись? Так, я сейчас позвоню ему. Если он еще не поднимается, то вы уйдете. Малая! Опа. Так. Ну, я так и знал. Ленечка, ты, Леня, ты не о том подумал. Леня, спокойно. Леня. Лепестками красных роз. Он еще издевается? Нет, я не знаю, кто это. Он зашел случайно. Я пришел повесить свой костюм в свой номер. Я не виноват, что у вас одинаковые ключи во все номера. Подождите, а у вас лицо знакомое? Ну, это Виталий Белоножко. Я вас... Вот ты с кем мне изменяешь, да? Я не изменяла. Да не успели мы ничего изменить. Я просто попал не в свой номер. А вы собирались или что? Или вы не в своем номере? Я не могу понять, ребята. Я в своем номере. Нет, не это, в своем. Это номер я заказал, чтобы... Ребята, я всегда попадал куда надо. Да? Давайте тогда... Слушайте, такая встреча. Малая, это тебе. На. Это, давайте тогда бахнем. Давайте. Чего девчина перелякана? Я же в школе щеняк не рубил. Я просто думала, Леня убьет. Она вообще, я ей сказал, что я, конечно, ее предупредил, что я ревнивый, как это, но на самом деле я доверяю. Леня, это все прошу. Да? Да. Я 40 лет ревнивый. Слушайте, а давайте сфотографируем. Я уже столько, стольким поразбивал головы за всю жизнь. Не, я уже и пытаюсь без повода, быть терпимее. И по поводу, а? Терпимее пытаюсь быть. Потому что столько раз я, ну, думал, что это, ну, к ней кто-то клеится, а потом оказалось, это ее отец. Ну все, Леня, да. Хороший вкус. Брат, как клеится, ты думал можно. Про брата? Про брата тоже. Давайте, давайте я вас сфотографирую. Давайте. Настя, да. Давай. Так. Вот на память. Я пацанам сегодня в сауне покажу, да, что, мол, сам с моей был. Ну, хотя не надо, потому что... Своей. Да, нет, просто. Вот, общались вместе. Есть. Да. А меня я, можно? Да. Так, хорошо. Так. Слушай, ну это бывает такое, что вот так... Белоножка пришел, а? Не, ну, так, да, скажите пришел. Секс. Секс. Улыбаемся. Очень хорошо. Ой, а можно, и чтобы вы нас сейчас сфотографировали? А что ты делаешь, Марина, здесь? Да? Что ты здесь делаешь? Что я, ты здесь делаешь? Я пришел к другу в номер проведать. К какому другу? Это вот кто? Виталий. Другому по несчастью. Здравствуйте. Я попал вот
Целился, но не попал. Между прочим, хотел тебе сделать сюрприз. Хотел пригласить на твой день рождения знаменитых артистов, чтобы выступили. Да, он хотел договориться просто о сумме. И договорился. Единственное, что мы помешали, это... А что, ты опять ревнуешь, что ли? Опять? Ты шляешься. Да хватит. Извините, меня. Пожалуйста. Хватит. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Как вы, простите, я Виталий, у вас как? Марина. Марина, очень приятно. Марина, кто это? Леша, здесь вообще не причем. Это не, его не менеджер. Причем, абсолютно. Я менеджер. Я... Я менеджер. Да, менеджер, я девушку знаю. Настя. Она занимается вокалом, ну вот так вот. Да, пою. Виталий, вы знаете, я очень люблю ваш музыкальный дуэт и семью вашу, но менеджер в таком виде не бывает. Да я просто... Марина, я виноват. Я зашел и застал ее упаковывать не в своем номере, а в таком выгляде. Да. Тому тут, ну, поверьте, что... Менеджер Извини, должна была жить подожди, там. Пожалуйста. Можно я вот с вами поговорю? Я прошу прощения. Можно еще раз мне объяснить, что здесь происходит? Почему? Я не понимаю. Но если я тут... Марина, да. Если я здесь, да. То вы можете зрозуміти, что Леша тут ни при чем абсолютно. И не звинувачити хлопца абсолютно свого. Логично. Я виноватий в тому, что я не попал в свой номер, але зустрів знайому, котра, ну, колись давав уроки їй співу. Да. Ученица его. И мы тихо почали разговаривать, чтобы сказать, ну вот... вот я поняла, вот, хорошо, если вы не в своем справу. Номере, а ты пришел договариваться да. с Виталием, Марина, то как Марина, ты попал мистика, не в этот... Марина, мистика, понимаете? Я пришел на свой номер, побачив знакомую девчонку, которая когда-то занимался вокалом. И я когда-то занимался вокалом у него, он учил меня. Да, да, да. Ладно, я, помнишь, я пел и дома мы зрадили один одного, да? А их утром сфотографировались. Давайте выпьем, короче. Ситуация не дуже гарна. Особливо не без пол-литра не особенно для меня. Мне зараз еще 2 години працювать, а тут... Да, сейчас, у вас концерт сегодня? Да. Да, кстати, здесь. Останемся. Извините, можно? Извините, пожалуйста, могу с вами? Марин, только не приставай. Да. Как вас зовут? И тебе? Настя. Да нет, я говорю, не приставай к человеку. Он действительно с вами договаривался на мой юбилей? Да, пробовал. Ну вы же не дали, вы зашли, ворвались и начали его обвинять. То есть я действительно... Он не успел. Сюрприз испортил. Да. На самом деле, просто пару лет назад мы смотрели ваш концерт. А почему вы не успели? А вот. Да не, я набухался. Классный мужчина, настоящий. У меня есть мечта, чтобы на какой-то праздник, вот, чтобы был концерт. Будет. Да, это все сделано. Все, уже хоть такая ситуация. Ты, кстати, знаешь, какой он романтик? Идем, я тебе покажу, какой он устроил праздник. Режь последний врез. Идем. Сань, посиди в машине, подожди, смотри. Тут все. Да, приезд за хороший концерт. Дай Боже. Наручники, плетка, смотри. Дай Боже, чтобы все добро закончилось. Я тут капнула. Так, ничего. Сейчас я вытру. Ну, как еще, концерт? Вы давайте люблю, как будете выступать. Не, это не концерт. Я так люблю ваши песни. Клада, я вам очень люблю ваши песни. Она мне даже пела их перед сном. Так, все вроде. Старий Орел гнездо не покидает. Виталий, ну я грим зробила, я не зрозуміла, хто це. Ну, от ми тільки що зустрілися, я скоріше попав на свій номер. Я уборщиця. Здравствуйте. Добрий день. І що ви там, щось ви там? Та я трошки залив. Я зараз подмітаю. Здравствуйте. Добрий день. Вся сім'я в зборі вже. Добрий день. А що ви зробили? А як це поки я робила грим? А що тут сталося? А Віталій тут обучав дівчинку петь. Ну я навіть аж незручна. Ну я не встиг, правда. Ну ми уроки раніше. Можна я познайомлю? Це моя жена. Добрий день. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка. Открыто. Это правда, что вы официально иногда своему супругу позволяете ходить налево, и вот девочки... Я перепрошу, вибачте, як вам таке в голову могло прийти? Ну, звичайно, що ні. Звичайно, що ні, але від сьогодні я навіть не знаю, як від сьогодні ми взагалі думати. Да чого ти? Це правда. Мені Віталій сам сказав, що кожен вторник йому жена дозволяє йти к проституткам. От проститутка. Опа! И где я проститутка? Это моя студентка. А, студентка-проститутка. Все студентка. И уборщица. Ну, я же знаю, как зараз, але те, что вы показали себе, когда я Светлана, буду подачи вы понимаете, вас... что происходит? Не, пока что не разумею. Я пока что не разумею. Так, вы кто? Кто вы? Подожди. Я так вы кто? Я все-таки. Настя. Ага, и? Фух. И что?
уборщица, вокалистка, студентка, проститутка. Вот я ей всем кажу, вы не поспешайте. Одна вышла за бармена, и потом Веникину зараз на почте штемпелює конверты. Одна вышла за якогось, він уже три роки сидить. Ця пішла сюди. Ну, я ніколи не подумав, але я думаю, що ну, я зможу допомогти. Все. Мені вже його жаль. Вибач, будь ласка, жаль? Вибачте всі, тому що Віталій, це розіграш 95-го кварталу. Ми тепер всі. Пару місяців я буду мовчати.